Порядка 190 осужденных учреждения номер 8 трудоустроены благодаря индивидуальным предпринимателям. Таким образом, они вносят свой вклад в развитие промышленности, работая в механических швейных цехах и на других производствах. Жасан Жалбаков продолжит тему. Учреждение своей деятельности осуществляет 10 индивидуальных предпринимателей, в том числе ТО. Здесь занимаются обработкой металла и дерева, расфасовкой рыбной продукции. Больше всего развито швейное производство. Почти полтора месяца работаю на швейном производстве. Деятельность осуществляется благодаря индивидуальным предпринимателям. Они дают нам заказ, мы, в свою очередь, его выполняем. В зависимости от работы получаем соответствующую зарплату. Сейчас вот готовим форму сотрудникам ЧС. Безусловно, просто так нас не посадят за работу, ведь нужно иметь необходимые знания. Являюсь директором ИП «Ателье», директором НПО «Свет маяка надежды», который трудоустраивает людей, которые отбывают свои сроки. У нас есть еще два цеха в 11 микрорайоне и на БАЦ, где работают люди с ограниченными возможностями. Глухонемые работают. Для МЧС мы сейчас шьем, потом шьем зимние МЧС, летние МЧС, для прокуратуры сейчас шьем. И спецодежда, в качестве жалоб нет. Потому что мы тут все проверяем, ОТК проверяет. В цехе у нас на БАЦе завсклад есть, она все проверяет. Если что-то не то, мы опять возвращаем. Заработная плата составляет 85 тысяч тенге. Дополнительно в зависимости от объема работы она увеличивается. Для начала деньги перечисляют на счет учреждения. Далее они поступают на личные карточки осужденных работников. Цель нашего мероприятия – это в первую очередь трудозанятость осужденных, развитие производства на промышленной зоне учреждения номер 8. С этой целью мы сегодня пригласили депутата городского маслихата, местные исполнительные органы управления предпринимательства, в том числе, с целью, чтобы они ознакомились с нашим производством, в дальнейшем, чтобы были какие-то льготы для наших индивидуальных предпринимателей. В учреждении у нас есть хозяйственная обслуга учреждения, также РГП «Ембекжаев» и вот индивидуальные предприниматели. В целом учреждение номер 8 на сегодня насчитывается около 800 осужденных. Среди них есть непривлекаемые к труду. Туда включены те, кто имеет проблемы со здоровьем, или те, кто находится в условиях строгого содержания. Жасан Шалбаков, Жанадий Сагиев, телеканал Актобе.